Привет, ребятки, и в этом видео я вам расскажу, как использовать Chrome браузер, Chrome Inspector, чтобы можно было добавлять, там, редактировать HTML-код. Итак, нажимаем правой клавишей мышки в любом месте в браузере. Вот появляется менюшка «Посмотреть код», кликаем «Посмотреть код». И у нас открылся Chrome Inspector, вот он. Я увеличу его. Вот здесь вот показывается, да, вот этот наш HTML-код Hello World. Итак, мы можем в самом Chrome Inspector что-то тут добавить. Давайте добавим P-элемент. Мы кликаем, вот, допустим, в body мы хотим. Кликаем правой клавишей мышки «Редактировать как HTML». И теперь вот здесь вот сделаем пробела 2. Ну, 2 Enter, и теперь вводим P. И здесь вводим что-нибудь, допустим, бла-бла. Ну, и нажимаю на любом месте, видите, появилось бла-бла. Также мы можем тут, допустим, выше добавить заголовок. Так же самое, вот берем, кликаем, редактировать как HTML и... Дабы ниже давайте, допустим, я хочу H1. Заголовок. Так. На пустом месте. Вот можно же тут. Не, вот тут кликаем. И вот заголовок, видите, появился. И так далее. Вот это вот, вот так вот редактируется в Chrome браузере. Используя Chrome Inspector. HTML документы, любые.